Здрасте вам из Одессы. Сегодня таки имеется событие, День Учителя. С чем вас и поздравляю через хор вместе с вашими учениками. Моя вам благодарность за ваш неблагодарный труд. Вы уже на всю землю за горизонт посеяли свое доброе, разумное, вечное. Имею вам пожелать, пусть у всех ваших учеников будет ума палата и не потеряется ключик. Пусть они массируют мозги и внимательно догоняют ваших речей. И чтобы глухой номер им где-то списать. Чтобы никто не причесал вам нервы, так и не брал за гланды, не вгонял вас в гроб и даже глубже. Не делал вам вырванные годы. Чтобы никто не переехал вам счастье, лишь бы вы были здоровы и всем довольны. Гармонии и понимания вам в отношениях с учащимися. Кушайте борщ и фиш для здоровья, имейте шикарный вид. Сегодня устройте себе положительные эмоции в виде веселого праздника из глубоких бокалов с чаем и с тортом. Чтоб я так жил, как я вас поздравил. We'll be right back.